Итак, всем привет! Parallels 19.4.0 вышло обновление, и да, System Integrity Protection отключать не нужно. То есть, давайте приступим к установке. Открываем терминал, пишем csrutil status. У меня SIP включен, вот, System Integrity Protection status. И теперь мы ставим Parallels 19.4.0. Вот наш Parallels. Открываем. Устанавливаем. Видео будет не длинное, не долгое. Разрешаем все. Закрываем это. И это закрываем полностью. Рекомендуется еще использовать блокировку доменов перед этим. И Library Validation. Папка, как обычно, будет в наших социальных сетях и сообществах. Так, мы установили Parallels. Теперь берем активацию. Activation Tool. Берем наш Activation Tool. Это закрываем все. Берем Activation Tool. И зажатым Ctrl открыть. Поддерживаемая версия 19.4.0. Parallels Desktop версия 19.4.0. Нажимаем Install. Вводим пароль от нашего компьютера Mac. Теперь ожидаем. Ожидаем. Все. Китайцы молодцы. Вот. Запускаем виртуальную машину. Так, разрешить, запустить. С включенным SIP все прекрасненько у нас работает. Посмотрите, я сейчас введу пин-код свой от Windows. Давайте перезагрузим, обновим Parallels Tools. Можете включить SIP, кто пользовался предыдущими версиями. 19.3.1 кто ставил, 19.3.0 кто ставил с выключенным SIP. Просто включаем SIP, запускаем систему и устанавливаем поверх вашей версии 19.4.0. Команды, а лучше инструкцию я приложу к папке с новой версией виртуальной машины. Все работает. Правда, у меня на виртуальной машине надо обновить Windows. Пожалуйста. Все прекрасно. Сейчас он додумается. Как говорится, кабы не было зимы. А все время лето. Все. Все работает. Все прекрасненько. Последняя версия Windows будет прекрасно здесь работать. На данный момент это 23H2. Итак, ребят, если данный ролик был полезен и понравился, лайк, подписка, комментарий. Вам не сложно, а мне это мотивация делать новый контент регулярно. Сейчас с контентом не очень все хорошо, но мы стараемся уделять время нашему каналу. Это подходит для маков на чипах Apple Silicon и для маков на процессорах Intel. Также компьютеры Hackintosh, Welcome, все будет работать. System Integrity Protection отключать не нужно. Спасибо, что посмотрели. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока.